Всем привет, ребят! С вами сегодня Shark 49, и сегодня я вам кое-что покажу. Я сделал портал в ад и переместился в ад. Вот, я тут зачаровываю, всякие вещи делаю. И представьте себе, только что убил свина-зомби, ну не свина-зомби, а, ну как там его, пиглина. И из него выпали незертритовые штаны. Получается, незертрит изобрели это... свинолюди. Так, надо подумать, что нам взять. Неразрушимость давайте. Вот, ребята. Такой вот вид у меня. Ой. В аду надо больше всего опасаться это ифрита и гаста. Они адски опасны. А Гаст очень далеко видит. Клазуритик. Это мы возьмем. Где вот так. А, нам давайте возьмем вот этот. Стоп, значит, тотем бессмертия. Наденем, чтобы нас не убили. Хоп. И вперед. Разрушимый меч. Все остальное. Ой. Надеюсь, будет легко отбрасывать удары Гаста. Эй! Нет, Гаст не поддается. Он уплыл куда-то. Давайте приручим свинозомбик. Эй! Пацан, иди сюда. Хочешь золотой самородок? Пацан, хватит кружиться. Хочешь, я тебя подарю? Я тебе же тебя подарю. На. Блин, скелетики. Разобраться надо бы. Готово. Сильно зомбик, надеюсь, не хочет со мной драться, а то у меня меч сильный. Блин. Тут уже никакая неразрушимость не поможет с этим свином. О! Незаметный самое опасное оружие Гаста. Прячемся. Мы прижались так к стене. Надеюсь, он нас не найдет. Может, так нависнуть над нами. Блин, кто хрюкнул? Ребята, это все опаснее и опаснее. Блин, нафиг нужен. А, блин, черт. У нас есть огнестойкость, только зелье исцеления. О, все. Убрал свои раны. Так, ребята, это опасная экспедиция. Я знал, что я могу все потерять, придя сюда. С первого дня пребывания. Все, затушил. Ставят. Блин, их там двое. Мне не выжить, если я пойду туда. Вот если бы эти мужики помогли мне. Тогда бы другое дело. Я бы тогда был очень благодарен бы был. Ай, внизу, давайте вот на тех гастов. Блин. Шел? Да, он там. Ой, он с той стороны. Это наш шанс, ребята. Туда перебежать за время, пока он стоит там. Блин. Нет! Нет, не стреляй! Ой! А, блин, все, я сдохну. Ребята, это конец. Нет, бежим, мы выживем. Взяв меч. А, на костях. Ой, это уже мои три зубца кидал вниз. Все, это конец, ребята.
Мы загнаны в угол. Пожалуйста, хоть бы этого не был конец. Я сейчас столько всего не сделал в аду. И чё, я... Получил. Есть. Он получил свои шишлымаши. Что из него там? Блин. Но это не все. Не все сюрпризы сегодняшние. Есть. Блин, прячься. Да. Кто-нибудь согласен, ребят, напишите в комментариях, то, что Гаст почти самый опасный в аду. Блин. Скелетики тоже начинают надоедать. Могу вас тоже застрелять. О, у меня арбалет есть. Стрелами против нежити. На. Ну что, съел? Есть. What a freak. Не знаю. А, стрелы еще есть у нас. Ну, вон мой, кстати, торчит. Стрела моя черная. Хоп. Так. Ну, против гастов хорошо трезубцы работают. Вам не кажется, ребята? Двух ударов так. Раз, два, все. Ты съела его. Ой, я, похоже, дорогу домой потерял, ребята. Да, проблема. Ну что, придется так драться с этими, со всей нежитью. Это мой меч. Хоп. Кто по мне стреляет? Кто все по мне стреляет? Там, ой, внизу там ребята живые ходят, живые свиньи. Я приношу, блин, меня все сразу набрасываются. Получай. Есть, готов один. Блин, один с арбалетом, мочи чувака с арбалетом. Блин, меня, по-моему... Есть, готов. В спину, знаете. Если бы еще чуть-чуть, я бы ему в спину этим... Этим... Не знаю, как это назвать. Блин. О, боже, есть! Я его выбил из игры. На! Все, я всех выбил. Надо вот еще там взять этот разумец, которого я выбил того. О, у вас тут вечеринка, смотрю. Блин, на меня все набрасываются. Я не выживу из этой схватки, ребята. Ну что, я всех порубил. Я молодец. Ай, промазал. Потерял такую драгоценную вещь. Ой. Тут уже ничего не поделаешь. Есть. Потерял один посох, но выжил меня. Мой тотем спас. Вот того бы чувака сбить. Я тогда пожертвую его. Есть! Я его. Он не попадет, он слишком далеко. Я знаю. Блин, хорошо. Что газ пока на нас внимание не обращает, пока мы с этим стихом расправляемся. Ладно, ребята, в следующей серии продолжим наш поход по аду. Сейчас уже, ну, знаете, позавтракать надо. Не знаю, собраться. А то каникулы еще целая неделя. Вот поэтому я стал чаще снимать видео, ребята. Каникулы у меня будет самый хит видео. Буду снимать их. И, кстати, если
попробуем кое-что делать. Так, это золотистые наши. На, в рожу. Поросяй. Ой. Прыг. Оп. Эй, ты. Я тебе сейчас так дам шлем твой дурацкий. Я шлем дурацкий. Золото для рубов. На. На. Давай ты. На. Я могу вот этими черными стрелами нарубывать сразу вот так. Выкидывается. Ой, опять же черный. Эй, ты. Там стоящий. О! Блин. Как белка должен театрально прыгать, чтобы выжить? Теперь мы повеселим, где этот гаст? Все время улетает, когда у меня уже появляются стрелы или нет. Так, у меня есть две черные стрелы, ребята. Черными стрелами я называю вот эти вот посохи. Крутые. Трезубцы. А ну стой. Куда собрался? Я тут. А, не видит. Слепой гаст. Что? Ой, блин. Здрав, кто не туда пришел? Оп, скелетон такой. Оп. О, прикольно. И как я отсюда потом выбираться буду? Об этом вы узнаете, ребята, в следующей серии. Всем пока.